Это первое серьезное занятие, в нем мы разбираемся с тем, как работать с оборудованием в Linux. Мы не будем писать свои драйверы, мы не будем ничем таким продвинутым заниматься, мы познакомимся с понятием виртуальной файловой системы, с тем, как она работает, и с тем, как выводить перечень оборудования, возможно, его какие-то настройки, удалять драйверы, ставить драйверы, все так довольно-таки поверхностно, но достаточно для ознакомления. Это тема LPIC 101.1, часть первая. Разбираемся с такими понятиями, как SysFS, DevFS и UDev. Для начала разберемся с терминами. Мы исторически говорим о том, что есть такое понятие, как HAL, Hardware Abstraction Level. Это программная подсистема, через которую операционная система у нас обращается к абстрактному представлению железа. То есть не к конкретному железу у нас обращается ядро операционной системы, а к его виртуальному представлению. Дальше для работы с конкретным железом HAL уже сам выбирает драйвер и сам как-то общается с железом. Это сделано для того, чтобы у нас ядру было удобно, без каких-то серьезных изменений в себе работать с различными производителями оборудования. То есть сетевая карта — это сетевая карта, видео — это видео, и ему все равно, какая конкретно железка используется нашему ядру. Все это делал раньше HAL, сейчас HAL у нас уже абсолютно не используется, у нас используется UDEV. Но прежде чем говорить о UDEV, мы скажем о том, что у нас есть еще такая штука, как DBus или Desktop Bus. Это вообще программная шина, которая у нас позволяет процессам обмениваться информацией между собой. Но в контексте данного урока мы говорим о том, что DBus нам позволяет получить информацию об оборудовании от ядра и передать эту информацию программному обеспечению. То есть через DBus у нас программная часть, софт, работает с железом хардом. Ну и, наконец, UDEV. UDEV — это современный менеджер устройств. Он у нас намного круче, чем все, что было до этого. Там была такая долгая историческая история, когда использовались различные системы, тот же HAL, SysFS. Сейчас у нас UDEV большинство функций взял на себя, слился с различными программными решениями. Значит, в чем его преимущество? Прежде всего, он у нас работает на уровне пользователя. У нас есть такое понятие уровень ядра, это такое привилегированное место в операционной системе, где мы не можем ничего делать, там работает операционная система. И уровень пользователя, где мы можем что-то делать. Соответственно, UDEV работает на уровне пользователя и позволяет нам, как пользователям, более тесно и гибко взаимодействовать с железом. Далее, он у нас управляется событиями. HAL у нас опрашивал ядро по какому-то расписанию, смотрел, произошли ли какие-то изменения в аппаратной части. UDEV у нас управляется событиями. Событием является, например, подключение чего-то к системе, выдергивание флешки, все что угодно. То есть какие-то изменения по аппаратной части, они заставляют UDEV срабатывать и выполнять какой-то набор действий. Далее, у UDEV есть вполне понятные файлы конфигурации, которые можно почитать, поизучать, поправить. У HAL были XML-ки, в которых вообще было тяжело очень ориентироваться. Далее, HAL у нас держал в системе все файлы устройств. Что это значит? В Linux у нас есть все в виде файлов, в том числе и устройства представлены в виде файлов. UDEV следит за тем, чтобы в системе были только те файлы устройств, устройства которых действительно сейчас подключены к системе. То есть, если мы с вами что-то отключили от системы, UDEV проследил за тем, чтобы файлы этого устройства из нашей файловой системы исчезли. Это намного удобнее, мы видим, что у нас действительно есть на данный момент и работает. И что тоже немаловажно, UDEV сохраняет имена устройств при переподключении. То есть раньше у нас имя устройства зависело от порядка его включения, от справедливой для носителя информации было, для сетевых карт. UDEV же запоминает какую-то конкретную информацию и привязывает конкретное устройство к своему конкретному имени, что позволяет нам избежать большого количества проблем при каком-то постоянном переподключении каких-то устройств или носителей информации. Давайте взглянем еще на один сайт и начнем забираться в консоль. DevFS — это виртуальная файловая система. Виртуальная файловая система — это значит файловая система, которая, как правило, находится в оперативной памяти и монтируется куда-то в нашу реальную файловую систему. То есть вся информация, которая есть у нас в данном случае в каталоге Dev, ее нет на самом деле на жестком диске, она вся находится в оперативке. Так вот, раньше была такая файловая система DevFS, которая сама создавала содержимое каталога Dev, Devices. Сейчас этим всем занимается UDEV. Он сам следит за этим каталогом, сам в нем создает те самые файлы устройств, которые присутствуют сейчас в системе. Мы взглянем на него в консоли через несколько минут. Я тут вывел несколько примеров таких файлов устройств, которые мы там можем увидеть. Это, допустим, мем, это образ физической памяти компьютера, он может использоваться для дебага, для правок, то есть, в принципе, это слевок состояния нашей оперативной памяти. DevNull — приятное такое, приятное устройство, псевдоустройство, это специальный файл, который представляет собой так называемое пустое устройство. В него всегда происходит запись, вне зависимости от объема записанной информации, он всегда возвращает успех. Мы его, как правило, используем, если хотим что-то отправить в мусор, например, какой-то лишний вывод программы, какие-нибудь ошибки программы или вообще все что угодно. Мы можем отправить это все в dev0, и оно там исчезнет. Далее есть такие штуки, как dev random и dev u random. Это специальные символьные псевдоустройства, псевдо
генераторы случайных чисел. Один из них настоящий, другой из них псевдо. Можете прочитать разницу. Суть в том, что они дают интерфейс к системному генератору случайных чисел. Мы можем их использовать, например, для создания какого-нибудь хитрого ключа шифрования, когда нам нужно получить какую-то энтропию, какие-то случайные данные для генерации. Далее я сюда точно так же вывел несколько сложные концепты для первых занятий. Это PTS и TTI. TTI – это телетайп или аппаратный терминал. PTI – это псевдотерминал. В чем их суть? Значит, терминал – это вообще устройство пользовательского интерфейса, которое нам позволяет использовать текст для ввода и вывода информации. Это все пошло исторически от реальных аппаратных телетайпов. И как термины, как понятия, как базовая концепция мигрировала постепенно в Unix и в Linux. Псевдотерминал – это программная реализация, которая у нас появляется в подключенной программе как терминал. Но вместо прямой связи с реальным терминалом она передает ввод или вывод на другую программу. Мы доберемся до этих еще терминалов. Просто раз они тут оказались, я решил вам о них рассказать. Ну и SD-устройства, например, SDA, SDB, SDC и так далее. Это какие-то блочные устройства. Чаще всего это у нас носители информации, жесткие диски, USB-накопители и так далее. Давайте, чтобы долго на эту тему не рассуждать, обратимся в консоль. Итак, вот я нахожусь на своем CentOS. Я нахожусь сейчас в корне. В корне у меня есть куча каталогов. Меня в данный момент интересует каталог dev. И вот в каталоге dev мы видим кучу устройств и кучу директорий. Как я и говорил, у нас здесь есть с вами, например, информация о процессоре. У нас здесь с вами есть вот тот самый образ памяти. У нас здесь есть с вами телетайпы. У нас здесь с вами есть директория, которая содержит псевдотелетайпы. У нас здесь есть наш генератор случайных чисел и так далее. Что интересно, мы можем с вами сейчас сделать ls-lh для human output. И посмотреть, какие у нас здесь есть устройства. И здесь мы можем увидеть интересные первые буковки. Мы еще доберемся до этих буквок, но сейчас просто хочется обратить на них внимание. Обычно мы здесь вначале видим буковку L, что означает link. Мы можем увидеть D, что означает директория. Но здесь у нас есть еще и B, что означает блочное устройство. И у нас здесь есть еще C, что означает character или символьное устройство. Это специальные файлы устройств. Блочное устройство отправляет, принимает данные блоками. Символьное устройство потоком данных. Вообще здесь куча различных файлов. Вот вы их видите. Это все файлы устройств. Это один из типов файлов вообще в Unix-подобной операционной системе. Они содержат кучу информации, которая необходима операционной системе для взаимодействия с этими устройствами. Как правило, это указатели на драйверы устройств. И когда процесс обращается к файлу устройства, он начинает работать с драйвером этого устройства. Мы здесь с вами вот уже видели, как я и говорил, определенные диски, которые у нас есть. Вот, например, у меня есть диск SDA, и на нем есть разделы SDA1 и SDA2. Они здесь все видны как отдельные устройства. Можно отметить то, что здесь у нас нет информации о сетевых картах, о видеокартах, потому что эти устройства работают не с байтами, а с пакетами, поэтому они здесь так у нас не отображаются. Значит, что мы можем здесь посмотреть? Давайте обратимся к нашему нулевому устройству. Например, я попробую запустить HTOP, этот диспетчер задачи. У меня этого HTOP нет, и Bash мне об этом говорит. Говорит, нет у вас такой команды. Я могу взять и сказать, запусти мне HTOP, которого нет, и отправь весь вывод стандартный, все, что есть на выводе, на пустое устройство. Кроме того, туда же отправь, мы эту конструкцию будем изучать, туда же отправь все ошибки. И теперь, только да, конечно, не доллар, а амперсант. И теперь, когда я вызываю HTOP, весь вывод отправляется у меня в мусорку. Я ничего не вижу, что происходит после того, как я его вывел. Это, опять же, может быть полезно в скриптах, может быть полезно, когда мы вызываем какую-то утилитку, эта утилитка какое-нибудь приветствие дает или какое-нибудь предупреждение, и мы хотим в скриптах не видеть этого предупреждения, мы и так о нем знаем. Тогда мы берем и отправляем какие-то определенные части информации на DevNull, они исчезают. При этом мы не получаем никакой ошибки. Теперь давайте посмотрим, например, на наш dev-urandom. Мы можем выполнить команду head-1, то есть получи первую строчку с dev-urandom, с устройства нашего случайного, и отправь эту информацию в мою домашнюю директорию, в файлик тест. И теперь мы можем посмотреть этот файлик тест и увидим какую-то случайную строчку. Это все случайная строчка случайной длины со случайными байтами. Так работает у нас приблизительно Urandom.
Следующая концепция, о которой стоит сказать, это SysFS. SysFS это тоже виртуальная файловая система, она у нас выводит на уровне пользователя информацию от ядра Linux о присутствующих в системе устройствах и драйверах. Она у нас монтируется точно так же в корневую директорию sys. SysFS у нас сейчас уже опять является частью UDEV, она так активно не используется. Раньше здесь HAL, тот самый Hardware Abstraction Level Layer, хранил свою базу данных всех подключенных устройств. Сейчас здесь у нас уже UDEV оперирует. Тут опять же множество директорий, я вывел некоторые из них как пример. Например, Devices содержит все устройства, зарегистрированные в ядре, то есть все устройства, которые сейчас есть в системе. Он не просто их содержит, а он содержит их в виде дерева. Можно увидеть взаимосвязь между всеми этими деревьями и устройствами. Далее у нас есть перечень шин. Шина, программная шина, это подсистема, которая служит для передачи данных между какими-то функциональными блоками. У нее здесь тоже есть свои поддиректории и драйверы. Там будет шина, например, не знаю, сетевая, шина PCI, шина USB и так далее. Есть отдельная директория с драйверами, есть отдельная директория с блочными устройствами. Блочные устройства, опять же, у нас чаще всего носители информации. И в блочных устройствах появятся устройства только в том случае, если у нас есть и само устройство, и драйвер. То есть, если мы подключили просто флешку с какой-нибудь хитрой файловой системой, с какой-нибудь, я не знаю, ZFS, и у нас нет от нее драйвера, то у нас в блочных устройствах это устройство не появится до тех пор, пока мы драйвер не установим. Ну и есть директория класс, в которой группируются устройства по классам. Для того, чтобы более просто это все запомнить, можно сказать то, что у нас SysFS содержит файлы, которые предоставляют информацию об устройствах. Что это за устройство, включены ли они, какой у них производитель, какая модель и так далее. Это все удобно для приложения, для того, чтобы работать с устройствами. А DevFS содержит те файлы, при помощи которых можно обращаться непосредственно к устройствам. Есть метафора такая, то, что у нас SysFS – это упаковка, то, что мы видим снаружи, а Dev – это то, что находится внутри, или это содержимое какой-нибудь коробочки. Перейдем в директорию Sys. В директории Sys у нас, как я и говорил, информация обо всех устройствах, которые сейчас у нас есть. Например, мы можем посмотреть все наши блочные устройства. Видим то, что у нас здесь есть мой жесткий диск SDA0. И есть, например, еще DM0, DM1. Это то, что относится к LVM, Logical Volume Manager. О нем будем когда еще говорить. Вернемся сюда, посмотрим. Значит, можно посмотреть здесь также информацию о шинах LSBus. И мы увидим то, что у нас вот сколько различных шин, как я и говорил, PCI, PCI Express, пуковая шина, шина процессора, шина USB и так далее. Здесь много всего интересного. Можем, например, посмотреть все USB, LS USB. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. В LS USB у нас есть девайсы, драйверы и так далее. Можем посмотреть USB devices. И увидим то, что у нас с вами есть порты определенные USB. Ничего сейчас по USB к моей виртуальной машине не подключено, поэтому мы здесь больше ничего не увидим. Вообще, вот так вот, через такие символьные цифровые отображения, у нас раньше видел все устройства HAL. Именно поэтому у нас потом появился UDEV, который красиво стал эти устройства называть и рассортировать. Можем даже посмотреть теперь какие-нибудь устройства PCI, точно так же LS, Bus, PCI, например. И увидим то, что у нас здесь точно так же есть слоты, можем посмотреть какие-то определенные устройства, увидим то, что вот здесь вот тоже все вот в таком вот виде. Это определенные адреса на шине PCI, но нам так глубоко забираться не нужно на данном этапе. Можем даже, пока мы здесь находимся, еще посмотреть в, не в бас, а, например, мы можем посмотреть в классы. В классах у нас с вами вот сколько различных классов. Можем посмотреть, например, класс сети, network, net. И вот здесь вот увидим нашу сетевую карточку, ENP0S3. Мы можем убедиться, что это она, например, команда IP ADDR. И видим то, что да, у нас с вами есть устройство ENP0S3. Вот здесь она у нас расположена в классах сети, например. Ну и, наконец, ProCFS. Ну и, наконец, ProCFS – это тоже виртуальная Unix-подобная файловая система, которая точно так же монтируется в корень, в директорию Proc, как и все предыдущие монтировались в корень. Она у нас содержит иерархическое представление о всех процессах в системе. То есть там мы видим дерево всех запущенных процессов и информацию о них. В частности, в поддиректории, которая у меня написана как PID, это номера каких-то процессов. Мы сейчас на них посмотрим. Тут точно так же можно посмотреть информацию о процессоре, перечень настроиваемых устройств, что куда смонтировано, там флешки, жесткие диски и так далее. Но самое интересное, почему вообще мы здесь говорим о ProCFS, это директория ProcSys. Она не просто содержит информацию о системе текущую, она еще позволяет эту информацию менять.
Раньше вообще вся информация о железе у нас находилась в ProCFS, но затем, из-за того, что здесь это все стало хаотично очень выглядеть, перепутано, запутано, часть функционала была перенесена в CCFS, и там уже красиво иерархически организовано. Вообще ProCFS, вот эта весь файловая система, она нам предоставляет метод обращения обмена информацией между ядром и пользовательским пространством. Теперь перейдем в директорию корневую процессоры. И здесь мы видим кучу цифровых вот таких вот директорий. Это все ID-шники процессов, мы можем в них посмотреть, что находится там много всего интересного. Но нам сейчас нужно работать с железом, поэтому посмотрим основные вещи. Например, мы можем здесь посмотреть CPU-info файлик. И здесь вся информация по процессору. Что за процессор у нас, сколько мегагерц и так далее. Куча по нему информации. Мы можем посмотреть cut mounts, информацию о всех примонтированных файловых системах. И вот у нас их здесь сколько, мы видим огромное количество. Например, мы видим то, что вот корневая файловая система у нас примонтирована в корень. SysFS, видите, примонтирован в директорию sys. Proc в директорию proc. DevTempFS в директорию dev и так далее. Мы по всем этим директориям сейчас бегали и смотрели на них. Как я и говорил, самое важное, что есть у нас в проке, в проце, это директория, давайте я прям с корня в нее зайду, proc sys. Здесь у нас не просто информация о системе, мы здесь эту информацию еще можем менять. Например, здесь у нас с вами есть файлик, который находится в директории fs, файловая система, которая называется FileMax, максимальное количество одновременно открытых файлов. И вот мы видим вот эту цифру. Мы можем ее здесь отредактировать, сохранить, и она сразу на живую применится. Также у нас здесь с вами есть директория net, в ней есть IPv4, и в ней есть файлик ip_forward. И он нам говорит о том, включен ли у нас форвардинг между сетевыми картами, разрешен ли он. По умолчанию стоит нолик, это ноль. Если мы хотим разрешить проброс пакетов между сетями, мы здесь можем поставить единичку, и тогда он будет разрешен. Мы можем это сделать, например, командой эхо, единичка, отправив ее в этот файлик. Только я пропустил пробел. И теперь снова вызывает содержимое этого файла, и мы видим, что теперь здесь единичка. Ничего здесь этого не сохранится после перезагрузки. Это все для изменения состояния системы на лету. Итак, мы с вами разобрались с основными понятиями, которые у нас есть при работе с оборудованием. В основном это виртуальные файловые системы. SysFS, DevFS, ProcFS, которые у нас используются для отображение какой-либо информации об устройствах. Мы поговорили о том, что у нас есть современный менеджер устройств UDEV. Мы на него посмотрим в следующем видео, обязательно понемножечко с ним поработаем. Мы сказали о том, что у нас есть HAL, точнее был HAL, и он уже больше не используется. Вам достаточно просто ориентироваться в этих корневых директориях. Очень редко туда приходится заходить. Исключение только директория proc sys, где иногда приходится менять что-то на лету, но тоже редко, потому что если мы хотим, чтобы эти изменения были сделаны постоянно, мы меняем параметры загрузки операционной системы, параметры инициализации. Но, тем не менее, вот такое поверхностное знакомство, нам его достаточно в рамках вот этого нашего первого занятия.